российская актриса и телеведущая Мария Шукшина предложила заменить развлекательное шоу на программы про героев войны. Артистка отметила, что ей постоянно пишут жители России, которые удивляются, что по телевидению показывают пошлые развлекательные программы, в то время как военнослужащие защищают мирных жителей РФ от обстрелов. Эти мужественные и честные люди должны заменить звезд на телеэкранах, которые и палец о палец не ударили для духовного развития страны. Шукшина подчеркнула, что россияне хотят видеть на телеэкранах настоящих героев, которые, рискуя жизнями, проводят дни и ночи за ленточкой, а не постоянные шоу про юмор, насилие и скандалы. «Я не против развлечений, но если это будет на постоянной основе и без вдумчивого серьезного контента, то мы воспитаем чудесную нацию дебилов», —